Там всякие штучки такие, ну прям такие классные. На детских площадках очень здорово. Это мои любимые места в Улан-Удэ. Там можно заводить друзей, мотаться с горочки, копать ямочки, строить города и дороги. Можно целый поселок построить. Делается пайка, там можно плавать, ходить по песку. Мне папа рассказывал о всех лесах, о медведях, но я, конечно, плохо запомнила медведя.